Привет, не спящие. Ура! Она захватилась. Понеслась дальше. А, можно мне... Да, поговорю. Нижний путь. Можно пойти вот куда-то вперед? Что-то я тут делал. Ладно, сейчас я раздуплюсь. Сам приду в себя, так сказать. И продолжим. Ты кто? А, точно, я же получил силу крота. Сила кротилья. Оп. Так. Оп. А, точно. В прошлый раз я, по-моему, так же и облажался. Еще бы вспомнить, что я тут делал в прошлый раз. Это уже отдельная история, которую вспоминать не надо. Наверное. Карты всякие. Хомяков, правда, здесь не было. Точно. Кстати, а переключение, оно замедляет время, да? Так я проверю. А, нельзя переключаться. Интересно, девки пляшут. Ну ладно. Это вообще немножко обостряет ситуацию. Все-таки это нехорошо. Ай-та-та-та-та-та. Так, и как же мне... Действительно. Как же мне все исправить? Здрасте. Ну, это, конечно, жесть. Это реально жестоко. Ну, как по мне. Кстати, эту дверь можно, скорее всего, обойти. А чё это у меня мигают показатели? Это необычно. Так, здравствуйте. Где это я? Где я? Оказался. Так и знал. Ах ты, подлая лава! Какая же ты подлая. Давай еще раз. И да. Больно. Нет! Нет! Как мне играть в этой темноте? Вот как? Ты катишься вниз, и там темно. Там настолько темно, что ни черта не видно, а единственный свет, который есть, это я. Вернее, он вокруг меня, и все. Ты катишься этим кружочком света в какую-то темную хрень. Как это проходить-то? Наугад? Или по памяти? Нахера я их собираю, если все равно я их просру? Какая разница? Так, а это что? Я в курсе, как это работает. О, чекпоинт. Я его еще не зажигал. Больно. Кристаллики, не исчезайте. А может быть, здесь можно кротом пройти? Очевидно, нельзя. Ладно. Всегда можно пролезть снизу. Ну, началось. Смерти. Просто так. Вижу, куда мне надо. Но это будет немножко проблематично. Это что ж такое? Давай. Ползи. Ксё. Кстати, выползая из-под земли, можно, оказывается, дамажить. Интересные новости. Но в целом это действительно какой-то новый и не совсем обычный геймплей, которого я, по крайней мере, раньше не встречал. Можно мне форму феи? Вот, да, вот, отлично. Я как будто в мультике какой-то китайский зашел. Форма феи! Потяните вверх. Что? Вверх? Не хочу я тянуть вверх. Не, меня устраивает и так. Ах, не успел. Давай еще. Давай. Есть. Сараза. Ладно, так взлечу. Нет!
Давай, давай, давай. Есть. Приветик. А что это у вас тут? Давай мы с тобой чуть позже поговорим, когда я чекпоинт активирую. Наконец-то. О, ты ведь не сможешь меня спасти, да? Перепрыгни через лаву и приведи помощь. Обязательно. А нафига? А через нее надо перепрыгивать? Чекпоинт, в принципе, был... Да иди ты. Сам перепрыгивай через свою лаву, наркоман. Так. Ормаграта! Так. Сюда. И сюда. Форма феи! Охренеть просто. Здрасте. А где я вообще? Это же подземка, да? Это подземка. Но эта карта не показывает мне, где я нахожусь. Какой в этом смысл? Мне вообще по-хорошему надо спуститься, наверное, сюда. И победить босса. Но я победил босса одного. Это был Крот. И он теперь мертв. Так. Игра, давай, не выпендриваться, да? Очень неудобно вот это вот делать. Лучше бы на 1-2 поставили переключение. Когда-то эта пещера была убежищем контрабандистов. Я очень рад. Она очень древняя и имеет огромную историческую ценность. Прямо сейчас она обваливается. Бежим. Так. Мужик, я надеюсь, ты бессмертный, потому что тебя явно мало что спасет. Ну точно не я. Оп. Так, гонки со временем — это, конечно, весело, но я их не люблю, откровенно говоря. Так, мышь, иди нахрен. Все? И это победа. Так ты и есть наш герой? А как по мне, герой из тебя так себе. Ха-ха-ха. Ты даже свой меч поднять не можешь. Да уж, герой тоже мне. Давай я тебе покажу, каким должен быть настоящий герой. Дай-ка сюда свой меч. Застрял. Наверняка это какая-то магия. Твои делишки, девчонка. Ты ведьма? Надеюсь, ты в курсе, что мы делаем с ведьмами. Скажем так, тема ведьм вызывает у людей жгучий интерес. Ай, какая шутка. Ха-ха-ха-ха. Да что? Ведьм мы сжигаем. Так что если это какая-то магия... Это еще не все. Я буду за тобой следить. Ладно, давайте выбираться из этого болота. Как я ненавижу игры без озвучки. Вернее, я не ненавижу игры без озвучки, я не люблю записывать игры без озвучки, потому что это больно для моего голоса. Иногда. Ладушки. Какая смешная шутка про ведьм была, и, по-моему, какие-то это неправильные рыцари, потому что... Были бы они правильными, они бы ее, скорее всего, там очпокали 10 раз. Но нет. А! Кроты! Как много кротов! Охренеть! Оп! Оп! Ах ты ж! Что это? Нет! А чекпоинт далеко.
чекпоинта далеко. Ну все, кристаллы просраны. А, ну так тоже можно. Я все еще не привык к тому, что меч надо, во-первых, забирать, а во-вторых, он срабатывает с первого нажатия. Это немножко странно. И срабатывает он не то с задержкой небольшой, не то просто долго работает. В общем, он падает. У него есть анимация падения, он падает, и иногда это немножко неприятно. Потому что падает он все-таки какое-то время и довольно долго. Ну это недалеко, ладно. Это терпимо. Это фигня. Нет, кристаллы. Да хватит. Что? Как мне заспавнили там мою статую ледяную и... Как мне ее забрать? Почему игра спавнит мне ледяную статую там, где я не могу этого сделать? Где меня дамажит из-за того, что я это делаю? Это нечестно, как минимум. Еще и отбрасывает. Охренеть. Спасибо, игра. Очень удобно. Очень дружелюбно с твоей стороны. Что на знаке написано? Видимо, ничего. Деревня Иммеремир. Нет, не так. Иммермир. Жесть. Ну, в принципе, мне-то на название наплевать. Какая разница? Еее. Здрасте. А еще тут постоянный дождь, и это не круто. Он слишком громкий. И справа какая-то тень появилась необычная. А, это отражение мыши. Окей. А я-то уж решил, что за мной гонится какая-нибудь магическая хрень. Но нет. Здравствуйте, мистеры кроты. С кротами вообще у нас разговор не длинный. Грубо говоря, конечно, но все-таки. Так, отстань. А, их много. А, помогите. Ай-ты-ты-ты, не возьмешь. Нет. Только не сегодня. Чекпоинт, это хорошо. Просто замечательно. Так, аккуратненько пробираемся сквозь эти каменные заросли, каменные джунгли. А-та-та-та-та. И это конец. Ну окей, и как мне это проходить? Яйца куда-то делись, кстати. Или их здесь и не было. О, чекпоинт. Кроты? А, нет. Продрался как-то. Шли в деревню. О, еще чекпоинт. Можно ломать надгробие. Ну все, игра год. Кто это такие? Что это за санцы? Не, что это скелеты. А, они умирают, тогда все в порядке. Тогда это не угроза. Да? А-а-а! Они еще и нападать могут? Не в ту сторону. Нет! А чекпоинт далеко был. О, дождик заткнулся. Конец. Ау. Больно. А, как же мне это проходить? А,
наверное, как-то так. Офигеть! Что это за отбросы? Куда меня выкидывает постоянно? Да твою мать! Упырь! Сволочь! Столкнул меня с края платформы. Обожаю платформеры. Потому что тебя могут всякие нехорошие мобы столкнуть с платформы. И выкинуть так далеко, что ты весь уровень пролетишь. Эх, не зацепил мышку. Ну, бывает и такое. Ей! Давай. Оп. Я говорю, оп. Что ж ты какой? Оп. Что ж такое? Ты что, бессмертный, что ли? А ну и хрен с тобой. Да-да. Здравствуйте. А? Какого хрена? Брось ты это, шутник. Что ты мне сделаешь? Где я вообще? Почему бочки не ломаются? О, чекпоинт. О, кристаллы. А! Ухи. А! Хватит! Окей, так тоже сойдет. Где я вообще? Какая-то подземка, все рушится. Кошмар. А! Встань! Нет! И еще одна нехорошая вещь. Когда ее дамажит, она выбивается из формы. Это вот вообще не круто. И чего ты там прыгаешь? Скакун. Ну, я так и знал, что здесь подстава на эти самые, на кристаллы уже давно наплевать, потому что толку спасать их вообще никакого. Что ты их спасаешь, что ты их собираешь, ты все равно респаунишься на чекпоинте без них. И даже если ты заберешь свою статую, которая, если выйдет так, что не заспаунится в кому-нибудь жопе, то буквально через минуту ты просираешь их снова. История повторяется. Не хочу я вниз, игра. Не надо заманивать меня своими кристалликами, которые еще исчезают к тому же. Здрасте. А что это у вас тут? А у меня есть форма. Форма крота. Ну, что за... Она не может. Не копается. Ну ладно. Пойду тогда отсюда. Я-то надеялся, что мне дадут какую-то обилку, которую можно будет бить, но... Мне дали форму крота. Так что можно копать. Так, ну а внизу что? Есть тут еще ниже. А я здесь был? Кажется, я здесь был. Ну давай вниз прогуляемся. Там поди лава, да? Ну, не лава, а вода. А плавать она, видимо, не в состоянии. Поехали вниз. Ей, фу ты. Чуть не угробился. Нафиг. Так. Спокойно. Что это за дырка? Надо ее срочно проверить. А, нет! Не вовремя кончилось. Не, заряд не вовремя кончился. Да-да, паукан. Прыгай, сколько влезет. До меня тебе не добраться. Здесь хотя бы музыка забавная. Не такая громкая и... Отчасти даже приятная. Попробую еще раз этот кошмар пройти. Ай, может получится не выпадать из роли феи. Так. Атлас, отстань от меня. Не для тебя моя роза цвела, как говорится. О, чекпоинт. Ха. Супер.
О, тут есть торговцы. Привет. Добро пожаловать в мой скромный магазин. У нас есть почти все, о чем ты можешь мечтать. Отлично. Иди в задницу просто с такими ценами, с такими зельями. Бубны. А, так это не кристаллы. Почему они белые тогда? Ну, 13 мне не хватит, ясное дело. Эффект неизвестен. И все, три зелья. Исцеляющий напиток, зелье силы и зелье, видимо, магии или еще чего-то. У меня денег нет. Пойду. Проблематично исследовать это место. Оно буквально разваливается на части. И еще тут сыро. Держи карту, она поможет тебе отыскать дорогу. Отлично. И где я? Как мне себя найти в этом чертовом подземелье? Издевается, что ли? Держи карту, говорит, она тебе поможет найти дорогу. Да, прям помогла. Ага, очень полезно. Что же я без нее делал-то вот все это время? Как обходился-то? Как жил вообще? Ну, в принципе, здесь есть камень какой-то. Я так понимаю, я вот в этой комнате. Если я пойду через низ, я же, наверное, пойду через низ. Или через верх. Если там тупик, то я пойду через верх. Если нет, то я пойду через низ. Мы выйдем как-то сюда. Наверное. Босс все равно не отмечен. Здесь тупик. Значит, я пошел через верх. Интересно, девки пляшут. О, а их что, фармить можно, что ли? Как удобно. Нифига себе, я там кристаллов просрал. И снова. Так, чекпоинт. Пока не поздно. Да чтоб тебя! Да иди ты в задницу, задолбала. Все равно я эти зелья не буду покупать. Да. Падай давай. Так. Это было близко, между прочим. Близко к смерти. Оп. Мышка. Давай сюда. Ать. Молодец. Хорошая мышка. Ну, падай, что ли? Вот, молодец. Какой хороший сталагмит или сталактит, или как они там называются. Ай-та-та-та-та! Тихо-тихо! Давай без падений только. Так. Ать. Это такая напряженная игра вообще на самом деле. Я рассчитывал немножко на другое. Ну, что-то вроде классического платформера, где ты ходишь и расслабляешься, наслаждаешься жизнью, прыгаешь по платформам и прыгаешь на головы врагам. Но нет. Здесь какой-то очень странный геймплей, который вынуждает меня использовать меч в качестве прыжка, привязываясь к месту. Скорее даже не прыжка, а полета. А это я могу выкопать, кстати. А я прошел, получается, через низ. Через низ я прошел, и куда я попал? Твою мать, вот когда не следишь за комнатами, бывает немножко странно. С ориентацией в этой игре на карте. Ну, очевидно, я ползу куда-то вверх. У этой комнаты три или два выхода налево. А, значит, это длинная труба. Вот это вот. Длинный коридор наверх. В принципе, если бы я прокопал налево, я бы, скорее всего, сделал круг. Это, видимо, был второй съезд. Вернее, первый съезд налево. Второй выше. А нам... направо, получается. Тихо. Меч не роняй. Чекпоинт. Так. Это маленькая комната справа от трубы.
Сейчас мы поднимаемся наверх и идем направо. Окей. Почему бы и нет? Так, это переход наверх. Наверх мне не надо. Чекпоинт. Переход наверх. Ага. Значит, получается, я вот в этой комнате. Вот в этой маленькой комнате. Сейчас идем еще правее. И либо идем через низ длинным-длинным путем, либо идем через верх каким-то странным длинным путем. В принципе, разница невелика. А, пукан. Ах ты ж! Скотина! Чуть не угрохал мои кристаллы. 45. Сейчас бы к торговцу сгонять. Было бы здорово. К сожалению, телепорта нет. Что такое? Доступ запрещен. Какой доступ? Кому доступ? Я уже... А вот это, видимо, распутье, да? Либо вниз, либо наверх. И игра говорит мне, что вниз доступ запрещен, но наверх я попасть не могу просто потому, что не долетаю. Ау. Вот это было неприятненько. Пипец, что-то проседать начал. С этими лазерами. Беззвучными. Ау. Успел. Здравствуйте, опять лазеры. Что ж такое? Всюду эти лазеры. Ауч. Ну ладно, чекпоинт был недалеко, а... Воу, нифига себе недалеко. Нет, оказывается, чекпоинт был все-таки далеко. Не круто. Вот казалось бы, да? Двухмерная игра платформер. А все равно умудряется просаживать FPS своими лазерами. И вообще, сеттинг средневековья. Какие нахрен лазеры? Откуда они здесь? Ах ты ж! А ладно. Один кристалл — это не страшно. Видимо, рейдинг 1 к 4. Только не убивай. Ай, ну конечно. А, вот и чекпоинт. Да-да. Все мои 60 кристаллов. Я их верну. Да, я же... Прощайте, кристаллы. Было очень приятно таскать вас в своих невидимых бесконечных карманах. Ну и эти кристаллы, видимо, тоже. До свидания. Ладно, хоть не все вылетают. Уже хоть что-то. Наверх меня не пускают. Ну окей, пойдем вниз тогда. Чекпоинт. А где я? А, получается, я пошел вниз и прошел либо одну, либо две комнаты. Ну, в принципе, нам еще далеко очень гулять по подземелью. Как же эти лазеры просаживают FPS. Просто кошмар. Как будто в Unity зашел. Кстати, надо проверить движок этой игры. Вдруг это реально Unity. Тогда неудивительно, почему лазеры просаживают FPS так яро. Может, это специальный лазер, чтобы просаживать FPS? FPS-ный лазер такой. Да, пожалуй, так и назову серию. Ну, хватит меня долбить своими лазерами. Мы не в порно, я не... женщина. Так... А ты небольшая черная Г. Тихо.
Вернее, небольшой черный человек. Так. Как они там назывались? Вспомнить бы. В этом. В Хайрохе-то живут Редгарды, вот, точно. Почему-то Редгарды. Почему Редгарды-то? Краснокожие. Может быть, от слова Red Great или как-то так. Но почему красные, если они немножко не красные? А, нет! Так все хорошо шло, нет! Нет! Хреновы лазеры, ненавижу! А, нет! Нет! Не возьмешь! Скотина, нет! Пролетел. Охренеть просто. Эти лазеры так сажают FPS, что можно выключать запись. А, что это? Кто это? Да-да. Погоди. А? Как же ты меня напугала. Кстати, ты опоздала. Согласно моим вычислениям, ты должна была добраться сюда несколько дней назад. Ты же вестница рассвета, да? Если верить моим подсчетам, ты должна была быть здесь еще 74,92,636 миллионных миллиардных часа назад. В общем, неважно. Приблизительно. Конечно, в расчетах может быть ошибка. Так. Нет, все верно. Ты опоздала. Наверное, нужно поговорить с моим напарником. Бывшим напарником. Он заперт в часовне. Он сам так захотел. Взвешенное решение. Понимаю, может показаться, что я сижу тут заперти, но я работаю. Ну ладно. Полагаю, тебе нужен ключ от часовни. Он должен быть где-то здесь. И я... Будь я ключом, где бы я лежал? Хотя ладно. Не сомневаюсь, ты отыщешь обходной путь. Кажется, я нашел мастер-кей. Так, наверх меня не пускают. Окей. Мастер-ключ получен. Бояться нечего. Больше лазеров, больше глюков, багов и лагов. В общем, всего. А это, наверное, часовня. Она не открывается. Видимо, мне нужен ключ. Но я получил мастер-ключ. Нафига мне ваш маленький? Гадкие лазеры, нет. Нет, хватит. Как я ненавижу эту игру. Я ее просто ненавижу. Да что ж такое? Нет. Ну чтоб тебя за ляжку укусил комар. Даже с проседающим FPS-ом это проблематично. Надо сделать какую-нибудь игру, где вместо того, чтобы убивать персонажа, лазеры бы просаживали систему. И все. Ты просто страдал бы. Новый уровень геймплея. Хотя таких игр дохрена. На самом деле, просто они не позиционируют себя как такие игры. Они пытаются говорить вам, что «О, смотрите, у нас классный платформер на Unity, ух ты!» Правда, он лагает немножко, но это все нормально, да. Мы будем это продавать. Словно ты приходишь на рынок и начинаешь убирать булочки. А на одной из булочек плесень. Ты такой: «Ой, у вас плесень тут». А, нет, все нормально, это просто булочки с плесенью. Так задумано. Да хватит меня дамажить! Сраный лазер, да... Да пошло оно нахрен! Как мне проходить этот участок? Он непроходим. Ну ладно, мы проходим, но это неприятно. Ну правда. Давай! Есть! Фу. Получилось. А слева вряд ли что-то есть, да? Ну и ладно.
Ну и хорошо. Пойдем тогда куда-нибудь дальше. Например, сюда. Да хв... как он меня достал. О, а вот и ключик. Чекпоинт. Так, и вы хотите сказать, что мне придется тащить его обратно? Да иди ты. Не, я не потащу его обратно, ну, по крайней мере, не в этой серии, а как-нибудь в следующий раз. Иногда играть в эту игру просто банально больно. А иногда нет, иногда это весело. В общем, такие дела.